Последний штрих в ремонте скамеек. Обновить дворик, а главное поставить лавочки. Такой наказ от жителей получил общественный совет поселка Управленческий. Мы очень рады, что общественный совет откликнулся на нашу просьбу облагородить немного наш здесь участок и помочь сделать лавочки. Мы с этой просьбой несколько раз обращались в нашу управляющую компанию, но просьба осталась без ответа. Новенькие лавочки прошли даже строгий контроль бабушек. Обновку испытывали всем двором. Ну как, выдерживает лавка? Выдерживает очень хорошо даже. 108 килограмм, нормальный кот. Нормально, очень хорошо, да. Бабушкам скамейки, детям яркую площадку. Во дворе покрасили детскую горку, лестницу и лабиринт. Все это небольшая часть того, что еще нужно сделать. Местные цветоводы просят поставить для палисадника новое ограждение. Старому, как и самому дому, уже больше 30 лет. К осени на клумбы планируют завести чернозем, и даже на этом обустройство двора не закончится. Ну вот в основном дороги асфальтировали, вот, год прошел, и появились трещины. То есть будем поднимать сейчас, ну во всяком случае постараемся договора, чтобы до гарантийного срока они нам вот эти все муниципальные заказы, которые они якобы выполнили качественно, они, значит, вот эти вопросы нам порешали. Вопросы благоустройства в микрорайоне стало решать проще. Общественный совет, как мостик между муниципальной властью и жителями, свою эффективность доказывает на деле. Деятельность и ответственность – главные качества людей, которые сформируют команду созидания. За них самарцы проголосуют 13 сентября на выборах в районные советы депутатов. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.